всех приветствует канал Виртуальный музей электротехника. Сами знаете, лето, огороды, дачи, сажаешь, копаешь, в общем-то снимать некогда. Но ради такой штуки решила все-таки сегодня отметиться. Да, это удачно попавшийся с таким сложившимся обстоятельством второй экземпляр Виктории 002D стерео, то есть комплекс. В принципе, я вам показывал уже такой подарок Леониду Ильичу в предыдущих видео. Данный экземпляр был тоже подарком, тоже для немаленького человека, одного из министерства. Чем отличается этот аппарат, я вам покажу сейчас сблизи. Чем же примечателен данный радиола? Эта радиола отличается от предыдущей радиолы, магнитородиолы, которая была подарена Леониду Ильичу, уважаемому, магнитофоном. Если помним, в том ролике я вам показывал, магнитофон стоял Юпитер 101 опытный. В данной модели стоит серийник Рута 101. Единственное, что для этой Руты были придуманы вот такие вот щечки, которые таким вот нехитрым образом на защелках устанавливались на корпусе. Ну, как бы декорировали, закрывали. Это с другой стороны. Вот и все отличие от той радиолы. Надо заметить, что данные магниторадиолы не являлись серийными. Эти магниторадиолы выпускались в единичных экземплярах. Неизвестно, сколько их было выпущено, но, скорее всего, ну прям несколько десятков, может, а может и пару десятков. Так как серийного номера я не заметил ни на той, ни на этой. И еще хочу добавить, как нам подсказал один из наших уважаемых посетителей нашего канала, в названии данной магниторадиолы Виктория 002D стерео, D-буковка обозначает дистанционное управление. Вот данное гнездо для пульта дистанционного управления. К сожалению, пульта ни в первый раз, ни во второй мне не удалось как бы достать. Но в ней предусмотрено дистанционное управление. Проводное, конечно. И вот здесь оно подключалось на данное гнездо. Вот такая радиола, вторая магниторадиола.